Откуда у тебя фотография Мэрилин Монро? Это я, дурак! А я, нет, да! Моя фотография, моя! 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 Стой, только без рук! Без рук! Я отдам фотографию, но только после поцелуя. Поцелуя, говоришь? Да. Ну хорошо, только закрой глаза. Откроем модельное агентство. Вот как? Я там буду директором, а Марго главным дизайнером. А я тогда буду вашим главным телохранителем. Ты мой самый лучший телохранитель. Ой, Антон, мне уже надо идти. Ай, куда? Ну, я уже пообещала. Что ты пообещала? Твоей сестре помочь подготовиться ко дню рождения. Ну, подожди, давай еще 5 минут. Я так не могу. Ну, а теперь можешь идти. Ну, пока. Пока. Откладывать не будем. Значит, в
7 часов за клубом на пустыре идет. Значит, в 7 часов за клубом на пустыре идет. С нетерпением будем ждать с вами встречи. Только вот рубашечку попроще надень, а то мамочка наругает. Не волнуйся, у меня их сестра Антона, между прочим. Видел бы ты его. Возомнил себя главным. Права качает. Ну, уж совсем разрушился. Макс, ну что вы не можете с ними поделить? А я не собираюсь с ними ничего делить. Это наша гимназия. Наша. И они должны это понять. Что понять? Они должны знать свое место. Это уже совсем образили. Ну, ты взгляни вокруг. Все стены гимназии зарисованы. Да скоро наша гимназия превратится в сарай. О, Макс, а с каких это пор тебя волнует судьба гимназии? Я не шучу, между прочим. Они нас ненавидят. Они нам завидуют. Макс, у тебя же паранойя. Ну тебя! А я, между прочим, серьезно. У нас завтра драка. На пустыре за клубом. И нас меньше. А я обещал, что ты придешь. Ты же мой друг. Слушай, Макс, скучно мне. Что с тобой? Мы же с первого класса вместе, мы всегда друг другу помогали. Ну что с тобой? Да я не могу это объяснить. Дай самому себе. Ты что, влюбился? Что-то вроде того. Но в кого? Не знаю. Тогда знаешь, тебе бы... Надо было сходить к врачу. Это мне надо сходить к врачу. Да? А кто из нас не врач? Это тебе надо сходить к врачу. А ты такой умный, да? Да. Ну давай. Ну давай, иди сюда. Давай, давай. Ну, довольны все. Мальчики, ну успокойтесь. Ну, что вы как дети прям, ну. Макс? Да. А тебя там Вика ждет? Вика? Вика? Вика, Виктория. Поедем в Евпаторию. С Викой. А! Ну да, с Викой. Что ж, я наверное, тогда пойду. Ну, меня пока там ждут. Пока. Подожди. Ну, я пойду, да? Ай, я, подожди. Ну, присядь, ну.
А ты знаешь последние новости? А, да, я знаю. Ну, я, ну подожди, ну. А ты знаешь, что Вика Макса в клуб пригласила? Ну и что? Ну как что? А ты пойдешь? Ой, не знаю, мне еще надо картины развесить, я уже ну, пойду. Ну, я, ну, ну подожди, ну, ну иди сюда, ну. Ну, понимаешь, мне твоя помощь еще не нужна, ну правда. У меня совсем нет времени. Ну, у меня это... У меня компьютер сломался, мне нужна очень твоя помощь. Ну, пожалуйста, ну, приди посмотри, ну, пожалуйста, хорошо, пожалуйста. Хорошо, хорошо, я зайду. Правда? Правда. А потом мы в клуб пойдем? Ну, да, может быть. Ну, пока. Пока. А потом и в клуб пойдем. На дискотеку!
такое. Ну что, чай? Торт? Да! Что ж, ребят, пошли. Идем. Да.
пойдем, ребята, пошли. А ты идешь? Да, мне еще картину развесить надо. Ты иди, я догоню тебя. А точно придешь? Да, конечно. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. А ты?
А ты красивая. Руку убрал! Антон, постой. Ты сделаешь. Марго, ты чего? Он же из этих, из гимназистов. Да он побудет и бросит Марго, тебя. Марго, да не слушай ты его. Она будет слушать своего брата. А если тебе что-то не нравится, давай выйдем, поговорим. Марго, не перебивай меня. Домой, Марго. Антон. Я просто поговорю. Я никуда не уйду. Марго, я сказал, возьми свои вещи и иди домой. Она сама решит, уйти ей или остаться. Не тебе это решать. Домой, Марго. Что поговорим еще четверо да? О, Антон! Ты что, драки, значит, хочешь, да? Ну давай хоть сейчас! Ой, смотри, какая прыть! А знаете что, ребята? Мы договорились в 7 часов за клубом на пустыре. Вот там